CBeebies Bedtime Story. Привет, я Саймон, и это мои друзья-монстры. Всем рады в ночных историях, но иногда вещи выглядят совсем не тем, чем являются. И сегодняшний рассказ о монстре, который отправился в путешествие, чтобы узнать, сможет ли он отыскать то, что ищет. Он написан Рэйчел Брайт и называется «Любовь монстра». Это монстр. Привет, монстр. Я думаю, вы согласитесь, что он немного забавный. Он живет в мире мягких плюшевых игрушек, которые выглядят довольно мило, и быть монстром в нем чертовски тяжело. Вы, должно быть, заметили, что все любят котят и щенков и кроликов, ну, знаете, мягких и пушистых. Но никто не любит немного волосатого и немного большеглазого монстра. Бедный монстр. Этого может оказаться достаточно, чтобы почувствовать себя, немного заброшенным. Но, не будучи унылым типом, он решил разобраться в этом и найти того, кто полюбит его таким, какой он есть. Он поискал вверху, поискал внизу, поискал посередине, он заглянул внутрь и наружу. И раз он думал, что нашел то, что искал, но, как оказалось, иногда вещи выглядят совсем не тем, чем являются. Да, можно было сказать, что его поиски шли не очень хорошо. А потом пошли еще хуже. На самом деле они продолжались так долго, что стало темнеть и страшнеть, и уже было не очень мило. Монстр, растеряв весь свой пыл, уже решил было вернуться домой. Но в мгновение ока все изменилось. Понимаете? Иногда, когда вы меньше всего этого ожидаете, любовь находит вас. Эта история называлась «Любовь монстра». Я так рад, что монстр нашел кого-то, кто полюбил его. Я думаю, они будут счастливы вместе. Вы обняли своего монстра? Давайте. Обнимитесь немного, прежде чем заснуть. Скоро мы увидимся на очередной истории перед сном. Доброй ночи. Итак, кто хочет объятия первым? Как насчет тебя? Ты был создан для объятий. Посмотри на эти руки.